В центре города вспыхнуло пламя. Вечером 6 сентября загорелось здание Таганки. Трехэтажная конструкция не эксплуатировалась. Когда первые пожарные подразделения прибыли на место, огнем была охвачена кровля. Чтобы локализовать очаг пожара, потребовалось около полутора часов. В опасности находился располагающийся рядом ресторан, но спасателям удалось остановить пламя и не допустить возгорания ближайших зданий. Погибших и пострадавших нет. Владельцы здания, в котором раньше располагался кинотеатр «Великан», а затем ночной клуб «Таганка», уже несколько лет безуспешно пытаются его продать. Объявление до сих пор есть на одном из городских порталов. В результате пожара огнем было повреждено здание на площади более 500 квадратных метров. В настоящее время причина пожара устанавливается. На месте работают сотрудники дознания и испытательной пожарной лаборатории.